Товарищ! Мирно! Вот и подошел к концу наш турнир. Были упорнейшие схватки, как следствие победил сильней. Хотелось бы отметить, в младшей возрастной группе за третье место награждается команда «Гбоусош» номер 15! Президент звонит. На второе место награждается команда «Снайперы». И за первое место награждается команда «Метеор». Я сейчас Халк от него. Сможешь, он уже мой. Рак твой у тебя. Единственное, что твое, это твой рак. На третье место в старшей возрастной категории юниор награждается команда «Спорт Эксибирь», школа номер 15. Так, я не понял, птичка, все. Все, конец, отнимите медаль. На второе место награждается команда «Спорт Актив». Отойди ты, что ты бежишь под ногами? И до первого места награждается команда «СМА». Также хотел бы отметить лучшего защитника младшего возрастной группы Кудрявого Александра! Ребята, пожалуйста, стоп! Лучше раскидывайте младшего возрастной группе! Да что вы? Кудрявого Наталья! Давай я на твой. Готов. И лучший игрок младшей возрастной группе Беседина Валерия. Лучший боец ММА. Леха Захара. Три победы на сражении. Старшей возрастной категории. Лучше раскидывай! Ильин Вадим! Лучший защитник! Захаров Алексей! Леша, рот открой! Хотя бы! И лучший игрок! Рутинский Всеволод! Перепишите меня! Вы, конечно же, кубки! Победителем старшей и младшей возрастной категории получает! Младшая команда «Метеор»!